И мы продолжаем. Да, давайте похилимся, сохранимся. Кстати, а мне казалось, что у меня дополнительных хп было больше. Немножко странно. А, подожди, а что за прикол? Мне там не пройти и здесь не пройти? Не, ну подождите, это какой-то бред. Это реально какой-то бред. А есть еще? А, вот. Все. Можно еще вот здесь попробовать. Хорошо, пойдемте вниз. Пойдемте вниз. Я сегодня врубил режим пытливого черта. Да, слушайте, весьма неплохая область получается. А, что-то есть по пути? По пути ничего нет. Значит, просто идем налево. Да. Ох уж эти мне засадники. Что? А как это я так? А ну-ка взять. Как же я все пропускаю? Кошмар. Не понял, понял. А, во, здесь еще будут драться с Чериком. Ну, с этой свиньей попроще стало теперь драться, да. И... Да, просто вот так вот сделайте все, идиотка. Ай. Как же хорошо, прям Dark Soulщина пошла. Натурально Dark Soulщина. Накачался и всех валишь. Просто как нефиг. Приятно. Так, здесь нас ждет сундучок. Два сундучка и куча кристаллов. Вау. Ау. Красота. Так. Конечно, не то чтобы прям много. А, подождите, но это не панацея, что называется. Нам все равно не попасть наверх вот сюда. Ну, блин, игра. Ну, что ты как? Не знаю. А, подождите. А мы, может быть, здесь можем пробраться? Погнали. Погнали. Тут точно все? Точно? Ну да, наверное, все. Красивое местечко. Так, хорошо, как вниз? Да вот так вниз, просто пош... взял и вниз. И все. Так. Фига себе. Я забрал отсюда предсказатель. Кто-то восстановил дверь. А я снова взял и сломал дверь. Даже предсказать уже не надо было брать. Какая же это тварь. Мне говорят, что там что-то наверху имеется. Ага. Ой. Ой, дрочичня. Так. Давайте потом. Я просто помню эту лесопилку ссаную. Только нервов на ней полегло. И опять же, сейчас мне кажется, будет попроще, потому что у меня этот есть, как его. Are you serious? Серьезно? Я должен был по щам получить? Просто восхитительно. Ладно. Никаких комментариев. Ну, прыгай сюда. Ой, это я неправильно сделал. Ну, как хорошо, что эта тварь ложится с одного не прокаста, как это называется. На удар. Так, сюда мы помним, не надо заходить. Окей. Так, что у нас тут?
Ты чего, дружище? Не заметил меня, что ли? Это ты зря, меня надо замечать. Я уже весьма заметная фигура в этом пространстве. Ать! Блин, промахнулся. Ладно. Ну, спускайся. Такой стеснительный вообще просто. Ох, ты я так сделал. Прикольно. Ай. А, вот надо как-то справа это сделать, да? Допустим. А, блин. Годится. Вот тут мы уже не были. Так, и сразу же натыкаемся на штаны! Как же хорошо! Коралловый. Позволяет менять внешний вид саргона. Используйте новый облик в меню персонажа. Скорее. Скорее посмотрим же, давайте. Он стал орком из этого. Откуда они там появились, из зеленых этих врат? Когда Burning Crusade был. Забыл родину орков. А, я не это? Я не выбрал. Ну-ка. На, альбинос какой-то. Не, нафиг, дай гламурного. Верните мне гламурного. Во, красота. Гламурный получу. Ой, глупость совершил, ладно. А куда дальше? Не понимаю. Не понимаю. Вот так ведь. А, все, теперь понимаю. Предсказание. И знаете, в чем вообще ситуация? Здесь тоже не попасть наверх. Я в недоумении. В очень большом недоумении. Какого черта? Ой. Я не это. Я не прочел предсказание. Ну ладно, бог с ним. Потом прочту. Так, что у нас теперь? У нас есть еще несколько кладов. А, вот тут есть какой-то клад. Я что-то вообще не... А, наверное, вот здесь можно к нему попасть. Или вот тут. Давайте сначала вниз сходим. Как-то мягонько приземлился саргончик. Что это было? Он взорвался? А, не взрывается. Я не обратил на это внимание. Вот оно. Нашел. Я тебя нашел. Хе-хе-хе. Да, все, погнали. А погоди, а я девочку не нашел, точно. Вот здесь она, мне кажется. Чтобы... Точно. Надо найти девочку, чтобы она мне полностью эту карту раскрыла. Что? А как? А почему? А, все, нормально. Ух, страшно стало, на секундочку. Да, мы это сделали. Сосранцы. Так, окей. Эти кристаллы мы тоже собрали. Годно. О! Ну-ка. Получен коллекционный предмет. Потускневшая монета.
На монете изображено лицо царя Дария, отчеканено в зените его правления. Так. А какие вообще у нас предметы имеются? Тут прям куча всякого прикольного. Сюжетные, да? А, это эти. Как их? Солдаты. Песку. Каждый флакон открывает фрагмент судьбы. А, ну это те четыре, которые я собрал. А что по найденным? А тут есть типа знаки? Ядрить, мне еще искать. Так, ну-ка. Так, 4, 1, 2, 3. 3 на 4, 12, 13, 14, 15 штук еще надо найти. Еще 15 каких-то кусочков лора или коллекционных предметиков у нас имеется. Дела. Так, что с заданиями? Что по побочкам, кстати? Тут, кстати, еще до хрена делать побочек, блин. А место для исследований стремительно заканчивается. А, тут я пятерых, Валь, да еще где-то трое. Так, в глубинах, так, это его надо в помойке искать. Архитектор, найдите все скрытые цитадели. А, все секреты. Ну, это выглядит как что-то невыполнимое. А, ну в целом, да, я все знаю. Ну, вот кроме разве что этого черика. Но мы туда еще сходим обязательно. Хорошо, здесь мы тоже закончили. Теперь мы пойдем, получается, вот сюда. Здесь тоже должен быть какой-то ништяк. И, блин, надо девчонку найти. Девочка должна мне показать карту. Мне без полной карты прям тяжко. Бедняжки. Ух, колодец здоровяка. Глубиняка. Так. Ага, можно здесь пройти? Жожно. Да. Я думаю, мы все-таки через верх пойдем. Нет, нет. Да отстань. Ничтожество. Ты теперь и мизинца моего не стоишь. О, давайте похилимся, кстати, а то я тут что-то как-то каким-то макаром эликов проюзал, хпшки потерял. Даже не знаю, как это произошло. Какая-то невероятная совершенно несуразица. Иди сюда. Во, она здесь оказалась, действительно. Сволочь. Иди сюда, придурок. Что ты там делаешь? Привет. Hi, Sargon. Привет, Фариба, давай. I'll add the information I've gleaned about this area. Отдаю тебе. Так, ну все, давайте смотреть, что да как. Ну как бы да, а непонятно как. А как? Объясните мне, глупцу. Купцу. О, вот здесь что-то было. А я не пошел. Так, ну давайте традиционно сверху вниз, потому что в целом мы лавку почти всю закрыли. Что нам осталось? Найти песочек. Песочек, скорее всего, там справа снизу или вот тут внизу. Вот здесь явно клад валяется. Ну да, все остальное, скорее всего, клады. Скорее всего, один клад еще здесь валяется. Или тут песочек, а клады все там. Это будет вообще весьма обидно.
И вот тут очень подозрительно темно. Очень подозрительно темно. Ладно, пойдемте сначала вниз. А, получается, право, низ, право, низ. Окей. Ой, я с ней не поболтал. Стой. Может, она что-нибудь прикольное мне здесь расскажет. Хотелось бы. Hi, Sargon. Time has trapped some creatures and endless battles. Время сделало некоторых существ пленниками вечных сражений. That's dangerous here. Здесь опасно. You scared? Ты не боишься? No. Нет. Well, но now that после you mentioned твоих слов, remember, you're an adventurer charting your own course, right? Что ты путешественница, которая прокладывает свой путь, верно? Hmm. That's right. Верно. Какие-то цитатник с Тэтэма. Так, окей. Здесь где-то вниз можно, да? Вот тут. Ха-ха! Пошел. Фига, он за мной пошел. А, сюда? Серьезно? Здесь ты сюда. Сейчас тут есть еще. Здесь еще один колодец. Ой, как я ненавижу этих ребят. А, ну вот сюда получается, да. А почему я сюда не зашел? Да блин, что со мной не так? А-а-а, выглядит как, ну не босс, но скорее всего эти. Ой, блин. Что это такое? Объясните мне, что вот, ну, я понимаю, что здесь что-то находится. Но как вот с этим? Что? Что? Что это? Может, это способность какая-то? Я не понимаю. Сейчас, подождите секунду. Ну, меня это прям сильно напрягает уже. Так. Ой, не то. Окей, ладно, хорошо, давайте так. Пишешь. О, какая сумма, вы что, сумасшедший? Так, вот. Statue puzzles. Хорошо. You must have all powers available in Prince of Persia. А, ага. Before entering the pit of sense to reach the path. А. Yes. Угу. Стоп, блин. Что за бред? Тут пока... Да ну нафиг. Сейчас, подождите. А что, если я должен был... Нет. Не то. Вообще не то. Мы
Мне непонятно. Как достать эту чертову штуку? Просто нет. Вполне возможно, что это как-то делается, но... Тут именно надо решать загадку. То есть, я сейчас на статуи посмотрел. Там сказано... Там сказано, что... Надо иметь все способности до того, как спускаться в пески. Я уже давно был в песках. Что я сделал? Взорвал меня. Ой, я, кажется, понял, что со статуями надо сделать. Открыт новый амулет. Удача Арда. Легко увеличивает количество кристаллов времени, выпадающих из пореженных врагов. Вы можете надевать амулеты. Да, да. Ну... А, подожди. А если ее прокачать, то это будет уже не... Здесь есть еще сундук. А ничего, что тут показано, что есть еще сундук? Не понимаю. Окей, давайте на всякий случай посмотрим. Я раз уже эту загадку все-таки смог решить. Это у меня баг такой или... Там еще где-то есть сундук, вот. Блин, у него не показано. Нет. Окей, вот ты его завалил. Дальше что? Ты его просто завалил. Понятно. А еще? Блин, ну этого тоже нет. Да. Ну, ладно, хорошо. Ну, я считаю, что нет тогда. Тогда я тут все сделал, что нужно. Да, вот видите, смотрите. А если я сюда иду, он показывает, что здесь есть сундук. А я вроде как сундук взял. Нет, именно этот сундук, да. Да, потому что я сейчас пошел... Был слева от этой штуки, и звук был справа, в правом ухе. Как только я отошел направо от этой штуки, звук стал в левом ухе. Так что я все правильно сделал. Это просто багулина бывает. Я буду верить в это. Вы меня не переубедите. Ха! Такой ты, а? Такой ты, да. Что? Оказалось. Ну-ка, цыц. Так, а что у нас тут?
батут, понятно. Тут, наверное, был... Я не знаю, что тут был. Кристалл, наверное. Эй. Так, ладно, пойдемте похилимся. Древо, вак-вак. Вак-вак-вак. Хорошо. Это приятно. Теперь давайте вверх и вправо. Там нас тоже ждет какое-то благо. Нет, нет, нет. Не надо меня. Не надо меня лупить, товарищи. Очень не хочется с тобой драться, братишка. Так что можно, пожалуйста, нет. Ага. Вот здесь. И как мне туда попасть? И не так мне сюда попасть. А что ж тогда? А можно эту бомбочку взять, кстати? Как-то пока вроде нельзя. О, по мне попало в итоге. Так нечестно. О, взял, смотри-ка. Иди, жеп. Иди. Пошли вон. Мне кажется, что я этой штукой могу здесь пробить проход. Ну-ка. Не могу. И это тоже не может. Ну так и как, алло. А! О, господи, я просто мог... Максончик, ты слишком... Слишком серьезный в этом плане. Блин, я просто мог опуститься вниз. Какая глупость! Ах, сколько было всего... потрачено. Что это такое? Это что такое? Боже мой, какой кошмар. Охренеть. Огромный рак. Вы посмотрите на эту жесть. Ай. Ай. Ну, я благо могу его просто вот так вот наказать. С пары ударов, лол. Лошара. Бесполезный раб. Так, я нашел предсказание. Это благо. Это радость. Это сладость. Пойдемте назад. Блин, такая глупость, конечно. Просто мог тупо присесть и все, и спуститься. Так, ладненько, что еще? Что-то вот здесь должно быть, да? А что? А ничего. А, не, повыше должно быть.
Даже не знаю. Да ничего тут нет. Да. Вот и сюда. Да, в этом был прикол. А это что? Пиратский. А, ну тут все выполнено, хорошо. Ой, блин. А может быть, бомбочка мне поможет? Давайте-ка попробуем. Что это было? А, я вот. Пошел. Так, а как бомбочку взять? Как-то же можно? Да, вот так его можно взять. Очень бы хотелось, чтобы бомбочка помогла. Иначе я очень сильно расстроюсь. А как я? А я вот так, по-моему, это делал, да? В прошлый раз. Эть! Хорошо. Методом. Ах! Так, ладно, все, Максон. Хорошей фигней страдать. Пойдем, я уверен, что можно здесь пройти. Да. Нет, капитана мы не по... Я тут уже был. А как? А что? А куда? А, вот сюда. Подожди-ка. Тут два прохода. А. Нет. Тут капитан, хорошо. А второй тогда куда вел? А, тоже капитан. Просто капитану два прохода. Ты мне еще расскажешь, Кэп? Getting greedy, are you? Greed! Радость. I wanted to see if the bird Хотел убедиться, here. Что птица на месте. How long were you and your men in the sunken harbor before? Сколько времени ты и твоя команда провели в топленной гавани? The bird found the riches. Птица нашла клад. So it Я решил, что мы пробудем здесь столько, сколько потребуется. It was only a short while. The one there is no. Он это уже говорил. More treasure. This is the countess. If so, no bird is correct. When the. Ладно, допустим. Это мы все уже читали. Услышали и проговорили. И закрепили. Еще выше можно? Нет, нельзя. Да и не надо. Во, ну-ка. Ой, как же хорошо. Как же это хорошо, друзья мои. Так, ладно, надеюсь, мне больше она не понадобится. Ха! Обманул. Спокойно, спокойно, мужик. Попридержи свои лезвия. Ой. Ой, красота! Ах ты какой поганый орк! Ну-ка иди сюда, жестонько. Какое место тут очковое. Не, не то, не туда. Не туда, Максончик, видишь.
А зачем вообще это место тогда нужно? Не совсем понимаю, ну ладно. Пур-пур-пур-пур. Идиот. Ой, ой, как все плохо-то, господа. А, да? Просто потрясающе. Тут я потерялся немножко. А туда мне зачем? Подожди. А мне туда и не надо. Странная хрень. Ой. Что творишь, угодник? Ты давай это завязывай. Такими вещами заниматься. Так, хорошо. ТП. Куда мы попадем? Вот сюда. Годится. О, сталь дамасская, ребята. Это кайф. Дамасская сталь — это как раз то, что нам необходимо, чтобы улучшить наш лучок. Теперь наша золотая луковица в порядке. Так, у нас осталось еще два ресурса. Один из которых, скорее всего, находится справа. Ну что ж, пойдемте за ним. Так, наверх нам можем подняться. Можем. Нужен. Что-то, что тут? О, бомбочка. Очень, кстати. Так, нам налево. Давайте шаткатик себе разблокируем. Что это такое? Ой-ой, а куда ты? Эту штуку я могу вернуть назад. А, теперь только так. Понятно. А нет тут поблизости деревьев? Нет, поблизости их нет. Ну ладно. Как же я плох. А, о, как же я хорош. Как же тут много. Это неприятно. Это как некомфортно. Так, ну допустим. Все, спокойно. Ты проиграл. Едва я ступил на эту землю. А еще что есть интересненького? А не, никак, да? Там не встать. А мы вот тут попробуем. Да, это не то, что нам надо. Ладно, убедили. Могу себе позволить торговать лицом. Боженько. О, какой-то амулетик. Громовой оберег. Слегка сокращает время пребывания в состоянии электрошока. Кому это надо? Чушь. Но, кстати, перед походом сюда, возможно, было бы удобно. Окей. И да, у нас осталось одно сокровище, которое, скорее всего, находится вот здесь. Но я хоть тебе не понимаю, как его забрать. Что за бред? Хотя нет. Возможно, понимаю. И сейчас буду еще пытаться. У меня тут появилась одна мысль. Потому что, ну, там же есть рычаг. И этот рычаг, он позволяет открыть дверь. Там, по-моему, в этой открытой двери был еще один рычаг. Ой. Точнее, нет, не так. А, короче, он позволяет, от...
он позволяет открыть дверь. А что если... если мы... закрываем эту дверь, то другая сторона двери открывается. А мы сможем там просто... призрак оставить. А зачем я это здесь сделал? Пойдемте посмотрим. Для чего? Помню здесь. Сколько я времени на этот ксеркс потратил. Негодяйский. Так, все правильно. Ой, блин. Ладно, мы тут недалеко. В целом мы тут недалеко. А чё? И чё здесь? И чё тут у нас? Все вроде открыто. Ну и давай это уберем. Так, удалить воспоминания. А. И это тоже удалим. Чё зря воспоминания переводить, правда же? Так, здесь тебе есть и древо. И есть телепорт. Давайте-ка телепортимся, действительно, потому что нам надо в другую часть. А в какую? Давайте, наверное, вот сюда. Да. Правильно иду или неправильно? А, вроде как правильно, да. Вроде все делаю как надо, как не надо, не делаю. Угу. Понятно. Забыл, бывает. Карта большая, ничего страшного. Первый раз. О, давайте сохранимся и подхилимся. О боже, я подумал, тут колье, и типа я опять попався. Так, вот, по-моему, куда надо, я пришел, да. Так, все. Даю последний шанс этому проходу. Да, смотрите. Сейчас. Ой, нет, не так. Вот так, ну-ка. Все. Да, каев. И я очень надеюсь, что здесь меня ждет последнее заветное сокровище. И, возможно, битва? Нет, не ждет меня битва. Не ждет меня битва. Ну ладно. Окей, почапали вниз. Вроде как ничего. Чего Павел смог просто так пролететь и все? Да ладно, не, ну пожалуйста, ребят. А, погоди, вон там. Оп, кристалл. Ну, у меня чувство, что меня обманули. Я, по-моему... Выглядит так, что я все закрыл. Па-па-па-па-па-па-па.
Ну вот тут что-то. Но я что-то сомневаюсь, что я тут что-то найду. Ладно, пойдемте там посмотрим, конечно. Правильно иду? Правильно. Ой. Как хорошо, что я шутка здесь открыл, правда же? Говорят, вот сюда. А я случайно не прибежал уже? Нет, еще пока не прибежал. Ай. Так, вот здесь что-то у нас имеется, да? И что тут у нас? Блин. Ладно, еще разочек. Ну, это не то. Подожди, тут он орк какой-то еще валяется. Может, все-таки что-то здесь мы донайдем? Тут тоже ничего мы не нашли в итоге. Тоже странно. И здесь тоже все. Ну, что сказать, я на этом у меня опускаются руки. Я не знаю, где еще искать последний сундук. Где-то здесь есть сундук. И я не знаю, где. А, подождите, а может... Подождите. А может это быть, что... Это тот самый мимик. Я просто помню, что я где-то находил мимика. Так, как эта штука называется? Затопленная гавань. Вот. Не, погодите, это не то. Получается, в затопленной гавани только один мимик. Да. Ну, ладно, ладно. Не знаю я, в общем, где у нас еще один мимик валяется. Очень бы хотелось это узнать. Окей. Давайте так мы сейчас поступим. Сейчас на еще один перерывчик. И раз мы в целом не особо далеко от очка, вот этого серого канализации, мы сейчас сделаем перерывчик и оставшиеся 40 минуточку полазаем по канализации. А там уже посмотрим. Ладно, перерыв.